Кино на ТВ Рус. Так, гуляем 2 дня. А кто будет-то? Оля с сестрой приедет. У нас не очень серьезно. А что значит все серьезно? Вообще-то я жениться собрался. Напрасно. Она слишком этого хочет. Ну а что плохого? Ты просто не знаешь Олю. Поезжай с Оленькой на дачу. Посмотри, какой у нее хороший парень. У Володи очень приличные друзья. Вам бы лучше устроиться. А то, что она его не любит, тебя это даже не волнует. Моя любимая, нежная, красивая Оленька. Рад встрече. Это Таня, моя сестра. Ты выйдешь за меня? Да, я согласна. Она просто тобой манипулирует. Это видят все, кроме тебя. Но почему-то я это слышу только от тебя. Потому что я твой лучший друг. Мне почему-то кажется, что вы кое-что от него скрываете. Скрываю что, например? Отсутствие любви. Да, я использую мужчину. Я сказал ей вчера, что ты разорен, она тут же отменила свадьбу. Этой женщине нужны были только твои деньги, друг. Она была готова пойти со мной куда угодно в тот же вечер. Хороша невеста. Ты что наделал? Антон Сорокин и Анатолий Руденко в фильме «Дуэль» в субботу на ТВ Рус.